Здравствуйте, поздравляю свою любимую библиотеку с юбилеем и также поздравляю библиотекарей. Сейчас я вам прочитаю стихотворение. Библиотека — слово такое, она почти как Библия, святое. Для тех, кто любит книгу, чтение в тиши. Недаром говорят, аптека для души. Мы с ней знакомимся еще с малых ногтей. Чем случится это раньше у детей, тем преданнее они будут ей. И верность сохраняет душе своей. И принесут ее через года, и будут благодарны ей всегда за то, что очень много делала она, сподвигла на хорошие дела. Потом придут сюда уже с детьми, чтоб к учебе подготовились они, и книги для себя возьмут, и для семьи, чтоб там начаться почитать могли. Мы в книжках ищем мудрые советы, когда не знаю, как нам поступить. И до сих пор не найдено ответа на каверзный вопрос, так быть или не быть. И библиотека в том ее значении, в котором она издревле была, что находились в ней мы вдохновения, и чтоб душа раскрыться здесь могла. А также еще раз поздравляю нашу библиотеку с днем рождения, и хочу, чтобы у нас были хорошие ребята в нашей библиотеке, брали книги, читали, вдохновлялись ими. Ну и, конечно, чтобы появлялись новые волонтеры библиотеки. Еще раз с праздником!